Так, всем щербет, дорогие друзья. Наступила жара, даже столики делаются, видите, с перфорацией, да? Он, кстати, еще и шатается, поэтому буду держать все, показывать в руках. Вот приехали от Ковея такие новые приколюхи. И сразу хочется мне вам их показать. Ну, может быть, не новые, ну, короче, для меня новые, в общем, все. Такой вот термос для кофе. Я так подозреваю, для кофе, просто сам кофе не пью. Всего 200 грамм у него здесь. Ну, знаете, люди часто бывают спрашивают, вот мне нужна какая-то термочашка, либо термокружка, которую я бы мог в машине возить. А когда говоришь человеку, что термокружка держит совсем недолго, там максимум полтора часа, он говорит, нет, мне вот как термокружка, она только подольше, только вот маленькая, и вот сам не понимает, чего хочет. Ну, Ковея понимает, чего они хотят за них, точнее. Выпустил его такой вот, внешне похожий на помаду One Touch Slim. Ковея One Touch Slim. Давайте посмотрим, чем же хвастается у нас производитель на упаковке. А хвастается он много, но на корейском. Попытаемся вот это вот понять. Здесь размеры габаритные, 200 мл. Ну и, собственно, все. Сколько он держит, непонятно. Ну, на такой объем, я так подозреваю, что не больше часов 5, наверное. 18.8. Тут тоже для меня какие-то символы непонятные. Ладно, давайте его откроем, посмотрим, что же он из себя, собственно, представляет. Вот это, блин, эпик фейл. А нет, не эпик фейл. Думаю, нож с собой не взял, как раз какие-то таблички. Вот такая вот прикольная штуковина. Металлическая, это просто, слышите, да, звук? Это просто покраска такая. Здесь у нас такие петельки с пружинкой. Да что ж такое-то? И как это все работает? Мы видим, что есть фиксатор, он off. Тут написано open, close. И когда оно стоит в положении open, мы нажимаем на вот эту оранжевую крышечку. Ой, в смысле кнопочку, и крышечка открывается. Здесь резиновая, тоже резиновый уплотнитель. Плюс вся эта красота, естественно, откручивается, как обычный термос. Повторюсь, я человек, который не пьет кофе. Я так подозреваю, что, конечно, горячий кофе, из него пить будет, наверное, неудобно. Нужно наливать какую-то чашечку. Но, может быть, горячий чаек так где-то вот взял, да, открыл, попил, закрыл. Все, в принципе, можно делать. Хотя закрывать одной рукой, ну, можно и закрывать одной рукой. Не так просто, как открывать. Открывать вообще легко. Закрывать приходится прикладывать усилия. Не совсем удобно, но, в принципе, при желании можно научиться. Вот такая вот прикольная вещь. Подписывайтесь на мой канал здесь справа внизу. С вами был еще разок. Ставьте лайки. Увидимся. Пока.